У Хрюни сегодня рыбный день. Причем кушаем мы красную рыбу. Как вкусненько, да, Хрюня? В природе орланы питаются в основном рыбой, 90%. Все остальное, там утки, гуси, лебеди, все, что поймают, все съедят. Но рыба у них в приоритете. Так вот, насчет рыбы. Значит, кто кормит орланов, кто держит, рыбу обязательно промораживайте, потому что глисты будут лучшие друзья. Как вкусненько, да, Хрюня? Ням-ням-ням. Но есть момент по поводу кормления рыбой. Значит, я кормлю где-то пару раз в неделю, не больше, потому что если кормить все время рыбой, то будет запах, то есть помет будет очень вонючий, соответственно, вот это все место, все вот эти какахи, вот эти все места будут очень пахнуть рыбой. Это типа как приходите на рыбный базар, и там дышать невозможно. Вот примерно та же самая ситуация будет. Поэтому пару раз и нормально будет, потому что если больше, и птица будет вонять, и помет. Идет у нас активная линька. Да? Хрюня, это твое. О, сирена. Кстати, вот головы семги очень хорошо подходят под эту ситуацию, потому что фактически от головы ничего не остается, все съедает. А вот когда даю ей голову толстолоба, то там, конечно, остаются вот эти вот кости жаберные. Ой, ням-ням. Так, ну ладненько, не будем мешать Хрюне трапезничать. Пишите, звоните. Всем пока. Да, Хрюня?